женщин с нашего дома, с этого, с 15-го, писал письмо, ей прислали официальный ответ, это выяснил, что это Трехсосинский завод. Вот этот вонь бывает. Постоянно у нас теперь. Вов, представляете, что в окнах творится, когда мы открываем окна? Я просто, мы там России. Снимали около базы ГАЭ-100, там женщина сказала, что как бы она вот сколько здесь живет, все время такая вот. Никогда такого не было. Вот этот вот год вообще дышать нечем. Представляете, вот жара, когда здесь.